10 лет написал человек сценарий, а потом 10 лет его видели разные продюсеры. Вот, и потом он попал ко мне, вот я его там переделал чуть-чуть. Еще прошло 2 года, потом мы его запустили, теперь еще прошло 3 года. То есть судьба у этого фильма достаточно долгая. Да, об этом мы потом расскажем, если захотите. Да, так что, в общем, приятного вам просмотра. Вот, сейчас Настя скажет два слова. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что фильм вам понравится. Он такой довольно трогательный. В наше время мало таких фильмов снимают. Я надеюсь, что вы досмотрите его до конца, и нам будет с вами о чем поговорить. Потому что, ну, на самом деле, такие вопросы, которые в этом фильме поднимаются, они, наверное, нужны нам с вами. Всем спасибо. Спасибо.